Международный день шахмат отмечают сегодня во всем мире, в том числе в Молдове. В честь праздника в Кишиневе организовали турнир среди маленьких шахматистов. Некоторые участники всего несколько месяцев назад стали учиться играть, но уже показывают хорошие результаты. В турнире сегодня приняли участие 3 девочки. Чижаку прямо дать на турнир. Кто первый раз играет в турнир? Я. Аша, молодцы. Вот. Йога Дориса, тот сукчес. Желаю всем успехов, но если кто-то вдруг проигрывает, мы договорились, что не плачем, играем в следующую партию. Наставление не плакать не лишнее, ведь самым маленьким участникам всего 7 лет. А пришли они сюда ставить шах и мат, как бы это странно ни звучало из детских уст. Что нужно делать, чтобы выиграть? Поставить мат. На уроках всегда проигрываю, но на турнирах иногда выигрываю по несколько партий. А ты помнишь, когда ты последний раз ставил кому-то мат? Что это был за случай? Кому ты поставил мат? Моему другу. Его зовут. Но это было давно, поэтому я уже забыл, как его зовут. У многих маленьких шахматистов есть любимые фигуры. И они умеют не только ходить ими, но и защищать. Дама. Да ты ешь, Татьяна, дочку дама, только есть у фигуры Петимас. Да, Магандеск. Тунчка не умерку дама, ему и татен тунде бач фекаре пьеса, ши я чашану перд. Анна Мария – одна из немногих девочек-участниц турнира. Шахматами занимается всего лишь 3-й месяц, но уже знает, какие фигуры самые опасные для противника. Мне плачу хорошую даму. Я подсыпаю на литеральную, что так не обсерваю, а подсыпаю. Я бинеры причепила штинцы реали, что и бинеры сокотиди. La o vârstă fragedă și am s-a pătit că este foarte bine. Plus că tatăl a jucat un pic și joacă binișoară. Suntem mulțumiți. И он в турнире пока не может участвовать, слишком маленький, но уже ходит на уроки. Am cincian, când mă cheamă Ion, eu joc de vară. Mie îmi place că piesele pot să merg, damele pot să ai. De la 5 ani noi începem instruirea copiilor și după 6 ani le permitem să participe în competiții. Sigur că competiții de nivel local, nu de nivel mondial, cu toate că la moment se desfășoară chiar și campionate mondiale între copii până la 6 ani. Родители говорят, что шахматы помогают детям интеллектуально развиваться и приобретать новых друзей. Но когда еще результаты хорошие, гордятся. În viață, anumite decizii mai ușor de luat, având experiența practică a acestui joc. Мой старшенький Сережа играет в шахматы уже 2 года. Иногда меня тоже мотует. Ужас. Ужас. И ты серьезно, вы не поддаетесь? Нет. Ну, у меня нету никакого разряда, но в любом случае я старше, уважение какое-то должен был проявлять. Но вот ставит мат и все, без зазрения совести. Сегодня в честь праздника провели турниры среди взрослых шахматистов. Первые сведения о шахматах на территории Молдовы относятся к началу 18 века. А первое общество любителей шахмата и первый шахматный клуб в Кишиневе открылись в 1895 году.